ведет обсуждение народных инициатив в рамках года развития малых сел. Рабочие группы, в которые входят члены правительства Тувы, депутаты Верховного Хурала, представители министерств и ведомств, совершают выезды в малые села республики для оказания практической помощи в составлении программы развития и оформления заявки на участие в конкурсе на лучшие народные инициативы. Народная инициатива является только одним из пунктов программы развития села, но самым важным, по мнению самих жителей. Напомним, 2018 год объявлен годом развития малых сел. Сейчас в республике насчитывается 66 сел, где живет менее 1000 человек. Сходы граждан уже прошли в 7 населенных пунктах Кахемского района. Например, в селе Ильинка, которое в этом году отмечает столетний юбилей, хотят заняться благоустройством. Инициативу людей можно разделить на несколько направлений. Например, производственно-перерабатывающий цех в Кокхаке, комплексный промышленный цех в Кундустуге, туризм, охотничий и заготовительный пункт в Сизиме, туристический дом в Усть-Бюрене, спорт, детские и физкультурные площадки в Бояровке, Сукбажи и Сизиме.